Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Каратаев Игорь, проект GKMart, и сегодня я хочу вам рассказать о пауэрбанках 5200 мАч. Это маленькие пауэрбанки, мы уже делали обзор на большой, вот сейчас пришли маленькие. Партия у нас из 5 штук, и давайте вскроем, посмотрим, что они, как они выглядят. Вот такая вот штучка. USB кабель. Инструкция. Так, вот инструкция. И вот маленький USB кабель. Так, вот инструкция для тех, кто понимает по-китайски. Так, ну, к сожалению, я не владею этим языком. Заказывали с официального сайта xiaomi.com. Так, ну давайте вот можем оторвать вот эту бумажку. Вот так все это будет выглядеть. То есть если нажать, вот эти светодиоды показывают уровень заряда. То есть зарядка почти, ну где-то процентов 40, да? Почти севшая. Проводок маленький, но в принципе большой и не нужен. Зачем тягать большой шнур, да, если так аккуратненько. Положил в чехол его и рядом телефон заряжаешь, и все. То есть все оптимально. Сделано с умом. Красиво, металлический корпус. Превосходный дизайн, стиль. Мне очень нравится. На ощупь алюминий вот этот шероховатый. Приятный. Единственные какие-то, ну вот, мне не совсем нравится, это вот эти острые грани. То есть можно было бы их чуть-чуть скруглить, да, потому что, ну, можно порезаться. А в целом все хорошо, я вот пользуюсь сам такой же штучкой. Мне очень нравится, удобно. Всем спасибо, ждите новостей и подписывайтесь на наш канал.